Хейоу, гайз, с вами Шимики, и мы продолжим проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы с вами затащили заброшенную шахту, по-моему, да? Да. Так, сейчас, таймер забыл перезапустить. Вы в курсе, что у шефа Сандерса есть для вас задание? Шеф Сандерс, я не знаю, кто это, поэтому... Сука. Вот тварина, ладно. Так, 300 брони, 400 хп. Нам сюда идти сейчас заворачивать. Посрать. Идем дальше. А, это раки. Паны. Блять, вот вы зря меня сейчас побили, вот, ребят. Да пошел ты в сраку. Сам ты козлина, понял? Так, заменяем. Сейчас я тебе дам за козлину. Где ты? Ой, привет. А, мне на тебя и дробаша хватит. Один? Серьезно? Ладно. Один. Один, блядь. Так, часть готова одна. Понимаете, просто один. Один опыт. Не ори ты. Ты здесь? Он за зданием здесь. С другой стороны, походу. Или не, он сверху. Так, один кусок, а скорее там, где эта мразь орёт. Оружие. Опа. О, снайперка. С глушаком? Серьезно? 270! А, ну там и уровень тоже. И ладно. Задание. Карта. Мне все туда, да, нужно ехать, сдавать. Да, все туда. План, поехали тогда. Ну хоть не нужно будет больше мне кататься здесь. Я никогда не понимаю, что тут такое взрывается. Я когда проезжаю. Поехали, поехали. Раз. Блин, теперь же мне нужно опыт дохерища, чтобы попаться. Ладно, там. Апаться это не так долго. Главное, чтобы враг был хороший. Сильный такой, чтобы по уровню мне давалось. Чи-чи-чи-чи-чи. Это
Так, ладно, побежали с пистолетом. Брик. Благодаря вам бандиты нас очень... Да не за что, всегда рад помочь. Шоковый артефакт увеличивает берсерк, да? Током. Берсерка брейка добавляет шоковый урон. Что лучше, шок или поджог? Я лично считаю, что поджог будет лучше. Ладно, пускай будет поджог. Не забывайте, самое лучшее оружие можно найти только у Маркуса. Хорошо, я запомню. Лучшее оружие можно найти только у Маркуса. Ну, все, да? Ладно, еще какое-то задание, если что у них... надо? Я комплименты редко раздаю. О, Сленч убит. Так, это задание Сленчем, хорошо. Все, больше у меня нету миссий? Нету. Значит, убираемся отсюда, к черту. Фу, я подумал, это здоровяк вот этот. С бомбами. А чё ты палишь? Не пали по мне. Все. Сейчас доедем с вами, походу, и все, это конец. Этой огромной локации. Бесплодных земель. Хотя там еще и здесь у нас есть проход куда-то. Может быть, это еще не конец. А этот... тоже ж там задание давал? Тихо, ладно. Сейчас я остановлю запись, доеду, короче, туда. И верну... И да, у него было все-таки задание. На 13 уровень. Дерьмо убрано. Так, а это у нас где? Миссия. Ага, хорошо, это... туда можно доехать. Сейчас будем с вами какахи убирать. Так, сюда нужно будет и сюда нужно будет заехать. Посмотреть, что там. Так, сюда, да? Я аж правильно заехал? Да, правильно. Я не пойму, за какие какахи идет речь. Во, блэд, или стоять, или здесь какахи, что происходит? А, завали это, пес. Теперь я понял, какие какахи. Выстрела пистолета, надеюсь, хватит. Окей. Какахи убраны. Мельница заработана. Ладно, уезжаю. Мне вас все равно там нечего смотреть. А вот здесь, по-моему, что-то есть. Не зря... Это отсюда мне нужно было какахи расстреливать. Ну ладно, мне снайперка. Так, осталось вернуться к челику. С
сказать ему, что все какахи убраны и все. Эй, братан. Опа. Твое дерьмо убрато. Все. Больше здесь мне ничего не держит, кроме одной локации, которая впереди. В принципе, можно туда съездить, посмотреть, что здесь. На что я думаю, что это какое-то ненужное место, как обычно. Так. А что это у нас? Ладно, давайте съездим, короче, я посмотрю, что там. Я что-то не могу понять. А, так у меня здесь все равно не впускают. Закрыто. Окей. Не стоило сюда заезжать. Ладно, короче, поехали на миссию, которую я должен ехать, убить какого-то Следжа. Какие-то ровнее. Не тормоши мою тачку. Брик. Поехали. Так, сюда. Так, это поворот туда, нам нужно сюда, окей. Так, поворачивай, не врезайся. И все, я приехал. Хейдстон Майн. Это шо? Майн. Подожди, мина, это шахта. Могильная шахта. Хистон. Да, это походу могильная шахта. И здесь одна локация. Ладно, пойдем. Так, а здесь магазины есть? Да, есть. Встретившись с дикими зверями, вы будете рады, что приобрели лучшее снаряжение. Я тебе кое-что... Я ничего! Скажи мне кровь! Эту сволочь! Блять, он повернулся. Голову подними, я тебе в хэд дам. Голову подними, я тебе в хэд дам. Да. Нихера. Хилка. Раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это электричество, да? Оно очень хорошо вносит чит, как я понял. Так, убил, перезарядился, убил, перезарядился. Так, здесь походу что есть, если сюда можно забраться. Здесь перескок. Опа, аркерт. Или аркот, как он там правильно? Аркет или аркот? Или без разницы?
А ну-ка. Опа, все. Ох. Так, тихо, тут нихера, нихера. Мусор. Супер ящик. Вот писюн. Ладно. Хилка. Супер ящик. Надеюсь, там что-то будет очень хорошее. Дерьмо. Но желтое мне понравилось. Но это дерьмо. Окей. Так, еще два ящика и мусорный бак. Плюс кости. Ничего такого. Так, водяной пистолет. Еще супер ящик. Ладно, пока открываешься, я это плутаю. Так, что у нас здесь? В основном пистолеты, окей. Так, готово. Все, можно идти отсюда. Здесь ничего нету. А вот не убегал бы, сразу бы сдох. Много патронов. Так, автомат, трап. Так. Да не двигайся ты, заебал. Изи. Не душа компании. Все. Хорошо. Выполнен. Сундук, еще одну выполнен. Охотник. Две снопы, как обычно, дерьмо. Продажа, есть где-то поблизости? Бежим тогда обратно. Я не собираюсь бегать с заполненным рюкзаком. Так, на пистолет переключиться. Хоп. Хоп. Так, здесь что-то есть у нас? А, тут невидимая стенка, ладно. Так, с боеприпасами вижу этот магазинчик. Так. А, в этом здании, окей. Снайпер без снайперского пульта не более чем парень с винтовкой. Найдите пульт, который подходит именно вам. Пистолет был годный. Ладно, посрать. Что продано, то продано.
принципе, можно поменять. Как вариант. Так, что у меня здесь? 12 патронов. Но тут прицела нет, а здесь с прицелом. Окей, перезарядка быстрая. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным. Поехали. Сука! Бля! То пистолет, а это то револьер. Ёбаный мой. А почему же урон у нас там хороший такой? Ладно. Похожу с этим. Знаете, кто батя на Диком Западе? Это я. Ну, он быстрее бегать зато с ним. Револьер нужно будет тогда... Нужно, короче, все патроны вкачивать. Револьерные, дробашные, не полезные, видно. На револьер буду, ладно, вкачивать тоже. Бля, не, он рели быстрее бегает. Тихо. Опа. Можно, в принципе, выкупить, пойти пистолет, но, блин, ладно уже, поздно. Дерьмо. Дерьмецо, дерьмецо. Патроны. Револьерных патронов очень мало. Да. Так, там, по-моему, оружие выпало. Ну ладно, это мне туда идти. Я пойду сюда. Сука, иди сюда. Так, у меня плохое предчувствие насчет этого бункера. И что-то этих мало очень было. Мясистых вот таких мужиков. Гигантских психов. Так, ладно, тут нихера нет у нас. Так, может здесь что-то есть? О, есть. Тоже, как обычно, дерьмо. Так, сейчас буду 19-го, нужно апнуть будет перезарядку ульты.
Так, стоять. Так, где у меня, я помню, достижения были? Вот они. Так, убить из штурмовой винтовки. А можно как-то... Никогда. Убить людей... Ну, это не то, ладно. Убить штурмовиков из штурмовой винтовки. Ладно, сначала убью из пистолета, потом из штурмовухи. Что там, хорошее что-то? Ну, зеленое есть, окей. Если есть зеленое, это хорошо с одной стороны. Следж убит. Так, следжу мне нужно попасть через... Что, бля? А, там нету входа, окей. Через шахты, да? Так, ладно. Поехали. Так уж и быть, выполняем. Тебе конец! Не так, я не для автоматов, короче, я понял. Мелкие бомжи не влазят, не хотят, ну ладно. О, не-не-не-не, с гигантиком... Так, убит, хорошо. Хорошо, убит. Пока здесь патроны, я, короче, штурмовой побегаю. Да. Так, окей. Уровень. Кулаки прокач... Сука! Я перезарядку забыл прокачать, ладно. Ладно, ладно. Сколько мне еще нужно убить? Троих. Убьем. Раз. Два. Убиты. Базука, да, там нужно тоже вот это. Я не могу посмотреть. А смысл? Мне все равно нужно дохерища опыта. А там только 5000, ладно. Дробаш. Так, здесь, походу, был тоже проход куда-то наверх, да? Или это обманка, да? Окей. Деньги, деньги тогда пособираю. Здание.
боже тебе не поможет. Ведь ты пошел на темную сторону этого жестокого мира. Так, тихо. Не выёбываемся. Так, убит. Убит, хорошо. В принципе, можно еще чекать с помощью этого. Какой у меня уровень? Данного оружия и все такое. Насчет этого можно еще так проверять. Так, уже время, ладно. Вы получили. А, это было, окей, это не то. Так, поехали. Еще место есть. Револьвер. Револьвер и пистолет — это одно и то же. Окей. Я не против. Тихо. Так, поехали, базука. Следующее орудие. И что мне еще там, лазерное, да? Так, статуэтка нашего шофера. Как он не сдох вообще? Ебать, что там делаешь? Отлично. Опа. Эта малышка будет получше, мне кажется. Намного лучше. Так, еще одни QR-коды. Так, ладно. Ультанул, давайте. И давайте, может быть, или до конца уже дойти. Даже не знаю, знаете. Сейчас, по идее, должен быть... А, я не отвлекался до конца, точно. Ладно, давайте на этом, короче, сейчас зайдем, убьем врага и все. Но нужно подождать ульту, поэтому я сейчас остановлю запись. Знаете, короче, что, бля... Меня убили! Меня убили. Пока я куда-то отходил. Хотя я паузу поставил. Я поставил паузу. Пауза почему-то исчезла.
Меня убили. Ну что, зашибись. Пиздец, блядь. Ля. Земля мне пухом. Так, где моя там штурмовая винтовка? Так, сначала... нет, не то. Я с этим, да, ходил? Подождите. Ой, бля. Пиздец, короче. Где мой много патронов? 12... Вот он. Так, пистолет. Чё, бля? Чё, бля? Серьёзно, у меня нету пистолета? А, ну охуеть, почему бы нет? Так, у меня еще был какой-то пулемет, да? Пиздец. Теперь мне нужно думать, как мне сделать так. Так, револьверные пули, хорошо. Нет, очень херово трели получилось. На снайперку, да, у меня патроны есть, не спорю. Но это не то. Ты чувствуешь, когда, блядь, без патрона начал играть?
Ну как можно было сдохнуть, я не понимаю. Теперь и ваше, блин, время трачу, свое время трачу. Нету места, окей. Револьеры. А ведь так хорошо все было. Вот я вот здесь сдох. Кто меня убил? Кто? Я не понимаю. Или отсюда повыходили. Короче, пиздец. Ну, ладно. Дробаш. Все, поехали тогда. Ага. Пульт может повышать точность огня, восстанавливать боеприпасы и даже исцелять. Хорошо. У нас вы найдете лучшие пульты. Для револьвера. Так, следующее. Автомат. Где эти патроны для автомата? Вот они. Штурмовые, поехали качать теперь. Револьвер где? Пистолет, дробовик. Штурмовая винтовка. Продать. Окей. Продать. 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 Оставлю на всякий случай. Здесь я даже не знаю. Продать. 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 Хорошо. Продать. Гранаты. Хилка. Продать. 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 Так, стопы. Сейчас, короче, поменяю насчет этого. Это сильный противник. Он обладает энергетическим щитом, который вам необходимо уничтожить, если хотите причинить вред врагу. И не позволяйте ему прикасаться к вам. Сука, а щит у нас уничтожается током, да? Которого у меня нету. Прискорбно, ладно. Верная охотник за головами. Кувалда тебя накажет. Кувалда слишком умён. Кувалда мертв. А Шимики жив. То что он знает, как прокачиваться правильно. Уёбок. Так, легенда жива. О,
57. Точность 0. Ну скорострельность огромная. Ладно, возьму, пускай лежит у меня в инвентаре. Открывайся. А, кошак по бутылке катается. Все, ты ничто, понимаешь? Ты ничто. Своей дубинкой засунь ее себе в жопу. Кувалда. Блять, слышь, рыжик, сейчас пизды получишь, уйди оттуда. Так, все, короче. Деньги, деньги, деньги. Наверняка вам бы хотелось узнать, что это такое. Хранилище существует. У вас в руках ключ, который может его открыть. Охуенно. Вернее, часть ключа. Прикольно. Так, где это я сейчас нахожусь? Окей. Угу. В принципе, все нормально. Мы вернулись обратно. Убили эту мразь. Говорит командир Стил, алое копье корпорации Атлант. Рота Д, третья звездная бригада. Мне только что сообщили, что вы прибыли на Пандору в поисках хранилища. А через несколько минут после высадки начали убивать местных жителей и вызывать беспорядки. Эта планета находится в ведении корпорации Атлант. Все найденные на Пандоре иридианские артефакты являются собственностью Атланта. И незаконный захват такой собственности преследуется по закону. Призываю вас немедленно сдаться на ближайшем посту Алого Копья и передать нам всю находящуюся в вашем распоряжении информацию и артефакты. Считайте это первым и последним предупреждением. Если нужны лекарства, подходим и берем. Не хочу, короче, тратить этот. Ладно. Буду с револьвером ходить. Так, дробаш вернуть. Снайперка. Пиздец. Да, это просто пипец. Просто меня убили непонятно как. Куда мне двигаться? Обратно к этому. Ну ладно, давайте поедем. Я сдам задание и все. Эй, не пора ли нам в путь? Поехали, поехали. Сейчас поеду, сдам задание и все, можно на этом заканчивать. Фух. И даже вот мне интересно все равно, как я сдох. Ну, кошак навряд ли мог бы нажать на эскейп. Или на интер. Бля. Ладно. На том есть револьер. Хороший. Ну, минус пистолет мой, который я прокачал до 400 патронов. За это стоит выпить. Тебе удалось не только расправиться с Девятипалом, но и отмутузить кувалду. Да, ты станешь звездой в этих... Вы получили модификацию класса. Классовые моды — это специальные классовые предметы, которые дают положительные эффекты на характеристики вашего персонажа. Бояк. Он автоматом, да, используется? Ага, вот он. Команда «Максимальное здоровье». Один навык телохранителя. Я угол. Вам удалось найти модуль модификации класса. Модификаторы класса, как их называют люди, могут использоваться для изменения навыков и уровня владения оружием. Ну, давайте на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Пока.